За поддержку в проведении городских соревнований по шахматам и шашкам среди инвалидов директор областной комплексной специализированной спортивной школы для инвалидов вручает благодарственное письмо спонсору. Торговая сеть «Изуми» уже неоднократно оказывает помощь в проведении подобных мероприятий. Торговая сеть «Изуми» принимает активное участие в многих благотворительных акциях. Одна из которых – это как раз участие в организации вот этого спортивного мероприятия. Это совместная работа не только торговой сети «Изуми», но и всех наших покупателей. Мы желаем здоровья, радости и успеха. Мы призываем каждого гражданина, каждого жителя Чимкента вложить свою каплю, частицу тепла, заботы, помощи людям с ограниченными возможностями. Спортсмены, ранее отличившиеся на республиканской спартакиаде, получили награды перед началом турнира. Представитель торговой сети «Изуми» от лица директора Омирали Яралиева вручила им денежные призы. Среди победителей и неоднократная чемпионка Казахстана по шахматам Надежда Трофимова. Но выражаю благодарность и нашей дирекции, и спонсорам за такое замечательное мероприятие, за доставленную радость спортсменам, за то, что они общаются, мало того, что они играют в турнире, повышают свой уровень. Плюс это общение и внимание общества к нам. Это замечательно. Спасибо большое. В интеллектуальных играх принимают участие 37 спортсменов с ограниченными возможностями. Уже завтра определятся победители и призеры соревнований. Отличившиеся ждут ценные призы от спонсора торговой сети «Изуми».